Вот такой вариант. Скромный, конечно, но жить можно. Вы уже сказали, кто будет? Еще не сообщили, пока не знаем. Должны смс-ку прислать. А вот квартира-студия с видом на завод, зато туалет просторный. Может, посмотрим двушку на вокзальной площади? Рановато нам двушку смотреть пока что. А давайте посмотрим коммуналку за городом. По-моему, это ваш вариант. Да, с виду не очень, но внутри получше. Уже слишком. Может, есть хороший вариант? Ну, а что вы хотели за ваши деньги? Вот хороший дом. Ну, как я вам и говорила, это дорого для вас двоих. Давайте вернемся в коммунальную квартиру. Я там и лампочки в туалете вкрутила. Я вам еще раз говорю, это дорого для вас двоих. Для двоих дорого, а для пятерых? Тройня! Для пятерых тоже есть хорошие варианты. Несколько комнат в коммунальной квартире. Спасибо. Кажется, мы уже дома.